Кайф, я искал дуб, пришел на березу. Из березы я вышел к сосне. Зачем? Где моя дуб? Мне надо дуб. Где мой дуб? Почему его так тяжело найти, я не понимаю. Как это сложно. Наконец-таки я нашел дуб. Ох, как же долго я себе искал, мой любимый. Ой, я дубу сейчас рад настолько же, сколько и... Я не знаю, кому, мне просто без разницы, кому. Я просто уже, правда, устал, потому что... Как бы... Дуба-то нету. Смотрю, только одна береза, а дуба-то нет. И это довольно-таки тяжело. В общем, сейчас я начинаю просто очищать здесь, получается, все, чтобы просто сделать тут окончание своего домика. Скорее всего, так. Но еще у меня есть одна интересная задумка, а именно сделать себе такую, как столовку, чтобы люди заходили ко мне, похавали и уходили. Ну, не знаю... Не знаю, почему, но почему-то так хочется. Так. Убираем. Здесь убрали. Бежим. Даем, чтобы переварились. Переварились, ну да. Делаем вот так вот. Здесь мы просто добавляем вот так вот землю. И все. И все, и все. Так. Подождем. И уже будем добавлять последние штрихи. До домика моего. Так, будем доделывать дом, а именно будем сейчас доделывать крышу. Крыша у меня будет... О, тут можно будет сесть. Крыша у меня будет... Понял. Дело в том, что крышу я хочу сделать более-менее красиво, а именно разными цветами. Потом мне поможет... Понял, упало. Поможет вот такой вот вид, как бы, обделки, не знаю. Делаем вот так. И у меня нету этого самого главного. Ладно. Так. Ой, не то есть. Ну, буду тогда продолжать, пока выключу это. Примерно вот такая вот крыша у меня получилась. В принципе, красиво. Так. Мне сейчас надо бы как-нибудь доделать эту вот печь. Она должна просто быть огромной. Точнее, высокой. Вот примерно как-то вот так вот, что ли. Так. Где хавка? Вот хавка. Понял. Принял, обработал. Сейчас надо белого. Ну, березы получается. Прыгнем сейчас, попытаемся вот так вот. Доделываем. Чтоб с кайфом было. Так, это сделали. Добавляем вот так. И, в принципе, нормально.
В общем, на этом можно и закончить. Мы сделали одну комнату и почти что доделали весь дом. На этом мы заканчиваем. Всем до свидания и всем пока.